Все знаем, иногда у нас дома есть беспорядок, я не знаю, у меня бывает иногда. То есть я могу убрать, почистить, иногда стены грязные совершенно стали черными, можно их побелить. Иногда одежды наши испачкались, мы тоже можем их поменять, постирать. Иногда мы грешим, и мы можем... Что мы можем сделать? Для этого Иисус сделал это. Есть Его кровь, которая омывает нас. Его кровь, которая единственная дает нам это исцеление, это очищение от греха. И эта следующая песня называется «Ранами Его мы исцелились». Использовано из Библии Исаия 53 глава. Как там хала, а я кара, Иешуа, Вихупер, Аль-Хадай, Рак Шимха, Ахадош, Иешуа, Бидай. אשר הקריב את חייו, הטהור והמושלם, הנושא חטאת עולם, כן חיינו נשאי, ובחופנו זמנם, ובחבורתו נרפא. Все наши немощи и наши болезни, и раны Его мы исцелились. Лишь Твоей драгоценной кровью, Иисус, искуплены мои грехи. Лишь Твое святое имя очищает мою жизнь. Очищая руки, ошибки в твоих.